Так, Санкт-Петербург, магазин Ретна, видеораспаковочка для Владимира, Тюмень. Вскрывать, проверять будем. Ак Рейсинг Апал, тканевую модельку до 130 килограмм. Без ограничений на сиденье, широкая спинка, широкие плечи. Две подушки в комплекте под голову, валик под спину. 180 градусов угол наклона раскладывается спинка горизонтально. Кресло профессиональное, повторюсь, 130 килограмм. 3D подлокотники без кнопочной фиксации, мультиблок, газлифт, все это серьезное, выдерживает все нагрузки от пользователя. То есть работаем с этим брендом мы очень давно, поэтому хвалим. Чтоб не уходить за 60 тысяч, там Dextracer Noble Chairs, вот как вариант, Ак Рейсинг Апал. Также мы классифицируем себя как комфорт, ателье комфорта. Мы можем менять штатные комплектации, если вдруг у кого рост выше или рост ниже, заменять штатный газлифт, заменять там подлокотники на более такие вот 4D, которые имеют кнопочную фиксацию, или наоборот удешевлять комплектацию, поменять, например, вместо 3D поставить просто 2D. Также можем уменьшить стоимость кресла, изменить штатный мультиблок, поставить чуть похуже, то есть там на 2000 опуститься, или наоборот поставить чуть получше. Как вот, например, в идее с Номадом мы делаем, модернизируем, как говорится, прокачиваем кресло, там меняем газлифт, меняем угол наклона, меняем мультиблок. На данный момент, да, это как бы все ограничено, но пока можно делать. Ценник или увеличивается, или уменьшается. То есть такая мозаичка. Так, теперь о кресле. В принципе, уже все сказали. Значит, правила. Первое главное правило – это угол наклона спинки, правильно с ним взаимодействуем. А именно, поднимаем рычаг вверх, без давления на спинку. При поднятии рычага никаких скрежетов не должно происходить. Подняли вверх, потом только давим на спинку, где нужно, опускаем рычаг, он защелкнется там уже самостоятельно. Уход за тканью. Приобретаем автохимию. Вот такие бутыльки. И раз в год, два раза в год, особенно после летнего сезона, впрыскиваем пенкой и с помощью пылесоса это все собираем. Единственный эффективный способ вот от повседневной грязи, пыль, пот, очистить кресло. Пылесос самое главное. Кресло абсолютно новое, абсолютно запечатанное, вскрывается первый раз. Коробка 28 килограмм, необъятная. Берем с собой помощника, чтобы забрать кресло с пункта выдачи с ДЭК. Ну или второй вариант, можно оформить уже доставку по своим местным тарифам до двери. Так. Сейчас я лямочки скину. В данной модели, именно модели этого производителя Ак Рейсинг, менять ничего не надо, если только мы не хотим ценник чуть-чуть уменьшить, или у нас рост там 1,90 м и надо поставить побольше газлифт. Напоминаю, что это профессиональное кресло до 130 килограмм, она адаптирована под рост 1,75 м до 1,90 м, благодаря тому, что высота любой модели 46 сантиметров от пола в самом нижнем положении. Максимально это у нас получается 48-49. Если у вас рост 1,90 м, 1,95 м, мы можем поставить побольше газлифт, тогда будет вообще кресло адаптировано вот под этот рост высокий. Так, сразу же мы видим пятилучья, алюминиевое литье, никаких сварочных швов, ребра усиления, все как положено. Геометрически верное, кресло не будет шататься влево-вправо, как мачта у корабля. Так, спиночка довольно тяжелая. Заклеено, поэтому пакет не снимаем. Я тут просмотрю все. Так. Спинка, спинка сиденья, соответственно, тоже заклеена. А вот можно смотреть. Щелочку. Ткань такая крупнозернистая, стойкая к стиранию. Кресло умеренно мягкое. Если сравнивать, например, по жесткости с Нобелем, то оно мягкое.
комфортное мягкое кресло. Так, подушка для головы валит под спину, есть. Давайте сюда заглянем. Что самое главное, оригинальный мультиблок, хороший, инструкция с нашей печатью, гарантия 12 месяцев, печать можно сохранить. Уже измененные колесики, у них шинка увеличена до 5 мм, толстая полиуретановая накладка. Так, пыльник перчатки, мультиблок, вот эта гайка регулирует режим качания, тоже очень важный механизм, то есть механизм функция, поэтому надо отрегулировать режим качания правильно, и она будет вас только радовать. Так, газлифт есть 4 класса, ключики, болтики, декоративные накладочки, все в комплекте. Соответственно, я сейчас вытащу сиденье, прокручу болты, осмотрю, чтобы не было нигде деформации. После просмотра видео можно делать уже оплату. Завтра кресло постараемся отправить, так как новогодние праздники уже все ближе и ближе. СДЭК завален, он тоже загружен полностью. Сейчас проблема с забором грузом.